капитан, ты с лейтенантом Рейсом. Есть, сэр. Чума, освободись. Принято. Смотри, что они наделали, Рейс. Остается отомстить. Внимание всем! Возмездие преследует противника, но нас слишком мало. Мы покидаем атмосферу немедленно. 1-2 принято. Им мало не покажется. Возмездие — это затмение. Десант по местам. Идем на взлет. Горизонтальная тяга 90. Полный вперед. Полетели. Вижу. У нас гости! Давай туда! Принято! Атаковать следующий эсминец! Ракетная атака! Ловушки! Ловушки! У них штыки! Заведитесь на цель! Остался один корабль СДМ.
всем бортам САТА! Огонь по эсминцу противника! Возвращаемся на базу. Летим к возмездию. Веди. Принято. Возмездие, Скар-1, разрешите посадку. Принято. Посадку разрешаю. Полоса 2 Лима. Принято, 2 Лима. Начинаю заход. Выполняю захват. Ждите. Чарли, Дельта, принято. Возмездие, это 1-1. Крок, что у вас случилось? Столкновение! Много раненых! Носилки сюда! Лейтенант Рейс, вы нужны здесь срочно! Мостик, отбой! Слышал, Солт? Да. Сол, ты цела? Еще как, а ты? Еще жив. Итан? Прекрасно, сэр. Гибсон, нас надо вытащить. Пытаюсь, 1-2, врыв троса. Можете снимать маски, лейтенанты. Есть. Сейчас открою. Чертовски рада вас видеть. Клосс,
Помоги ему! Открой шакал в ремонтный ангар! Есть, мэм! Проблем у нас хоть отбавляйся! Старшина первого класса Итан, это Гибсон, РБ Возмездие. Вот мы и на Возмездии. Или его останках. О чем думал, Олд? Пожар, за стратегические маневры мне не доплачивают, лейтенант. Оповестите мостик. Скажите, мы хотим повидать капитана Олда. Мостик недоступен с самого начала атаки. Итан, иди с Гибсон, слушай ее. Ясно. Что с потерями? Многие вернулись. Скар-2 на борту. Кроме них, только вы. Твою мать. Посмотри. Нам нужно встретиться с капитаном. Да. Мы не жертвуем экипажем, причисленным превосходству врага. Идем на мостик. Давай инфузор быстрее. Всем командирам собраться на мостике. Повторяю, всех командиров вызывают на мостик. Черт. Надо было схватить нас. Я же мог. Как они нас? Капитан в ответе за своих людей. Всем командирам. Ему стоило отступить. На мостике. Повторяю, всех командиров вызывают на мостик. Взялись. Давайте помогу. Так, сержант Амар. Капитан принял трудное решение. У нас есть погибшие. Их могло не быть. Я понимаю, лейтенант. Противник отступил. Капитан выполнил долг. Долг капитана — вернуть людей домой живыми. Не всегда. Не всегда. Дорогу для капитана. Где он, Боц? Где капитан Олдер? Вот он, сэр. Крок? Капитан мертв. Сгинул с кораблем. Старпом? Его тоже нет с нами. Он погиб при ударе? Да, сэр. И кто теперь за главного? Как старший по званию офицер, полагаю, вы, сэр. Челнок с Тигра готовится к посадке на наш корабль. Ясно. Радар включен? Пока да, сэр. Подготовьте ворона к эвакуации. Я хочу немедленно вывести раненых. Выпускающий, готовьте нас к отправке. Принято. Инженер Макалум уже идет. Штаб-сержант, на вас можно рассчитывать? Я сделаю все, что нужно, лейтенант. Сол, ты со мной? Всегда. Крок, установи связь с адмиралом. Принято. Связист Стратком, номер первый. Принято. Капитан Тигр на борту. Капитан Феррен. Лейтенант, кто командует? Лейтенант Рейс, командир Скар. Капитан, что с кораблем? Целы. Сэр, адмирал Рейнс на связи. Давай. Капитан Феррен, дамы и господа, рад вас видеть. Сэр. Позвольте мне разъяснить ситуацию. Мы в состоянии войны с фронтом обороны колоний. Капитан Олдер применил силу и обратил противника в бегство. На сегодня «Тигр Возмездия» — единственные корабли на нашем флоте. План у нас простой. Нужно любой ценой выиграть для Земли время, пока мы строим флот. Поняла, адмирал. «Тигр» к выполнению задачи готов. Сегодняшняя атака не ограничилась Женевой. СДФ также нанес удары по грузовому порту на Луне. Без грузов, проходящих через его терминалы, нам не восстановить флот. Ваша задача — вернуть нам порт. Лейтенант Рейс, вам присвоено внеочередное звание. Теперь вы действующий капитан Возмездия. Вас понял, адмирал. Защитите наш дом. Попутного ветра, капитаны. Конец связи. У нас нет авиакрыла. Обойдемся. К пехоте не привыкать, лейтенант. Мы возьмем десантников с Возмездия. Я обеспечу прикрытие с Тигра. Пора за работу, капитан Рейс. Будьте бдительны, все вы. И вы, капитан. Задача непростая, капитан. Оружия и снаряжения у нас немного. Мы с лейтенантом Солтер тоже отправимся. Это наземный штурм. Место капитана на мостике. Только не мое. Не в этот раз. Сначала десант. Пойдете с нами. Посмотрим, что выйдет. Сбор на колодезный через 5 минут. Принято. Поехали, Крок. Лунный порт. Есть, сэр. Прокладываю курс. Сообщу о готовности. Капитан Рейс.